Рядом со мной находится представитель Fashion Consulting Group Чиненова Наталья. Наталья выступала сегодня на выставке в качестве спикера. Наталья, о чем вели речь? Я рассказывала о визуальном мерчендайзинге онлайн. Сегодня практически у всех есть интернет-магазины, все коммуницируют в социальных сетях. И, наверное, самое главное – это когда коммуникация не получается. Онлайн – это очень трудно, ты не можешь поговорить. Сторис смотрят не все, видео смотрят не все. Более того, видео, которое рекламное, за него надо платить. А, собственно, за сообщения в социальных сетях и фотоконтент платить не надо. Плюс все хотят попытаться быть омниканальными. Как организовать коммуникацию визуальную, чтобы человек глазами увидел и захотел, именно об этом и шла речь. Раскройте хотя бы один секрет для наших зрителей. Вот как зацепить визуально клиента? Один невозможно раскрыть секрет. Дело в том, что визуальный мерчендайзинг строится на основе гештальт, психологии и физиологии человека. Ну вот, например, знаете ли вы, что наши глаза устроены так, что движутся только горизонтально? Если мы в шахматном порядке расположили, человек не считывает информацию. Физиологически глаз устроен так, что мы воспринимаем нечетное количество, а четное проскальзываем взглядом. Опять-таки физиологически наш взгляд устроен так, что асимметрично ему кажется скучным. И заглядывая на сайт, он видит лес из картинок и больше не хочет покупать. Или заглядывая в Инстаграм, он видит лес из красоток и не хочет его рассматривать. Поэтому должна быть определенная асимметрия. Плюс наш глаз не воспринимает больше, чем 3, 5, 7. 7 – это максимум. Потом он снова видит лес, все сливается. Таким образом, если вдруг не учитывать физиологические особенности глаза, а еще и психологические особенности поведения всех потребителей, ничего не получится. Вот я вам целых 3 секрета открыла. Наталья, спасибо вам огромное и спасибо за хорошее настроение.